Я, Создатель, продолжаю передавать знания через человека из России, через моего помощника, а точнее, через моего посланника. Через Катрены, через образное представление, я формирую в вас образное мышление, мышление богов. Отец Абсолют. Вашу карму не передать никому. Она есть подтверждение Бога участия. Вашему народу повезло одному. Можно сказать, что подвалило счастье. Стоять у истока не дано никому. Это приоритет только Создателя. Это счастье даровано Ему самому. Человек должен стать основателем. Человек — это произведение Бога. Задача подняться до высот творящего. Переход из человека в Бога — итог. Людей в новую эпоху переводящего. Люди веками бьются за власть. Нет понимания, что власть — гордыня. На планете за власть кипят страсти, не понимая, ради чего это или во имя. Создатель намекал, что есть подобие. Человек не может достичь Бога уровня. В духе надо создать одно сословие. Только в духе возможна такая стезя. Кто понял условия, тот подобие Богу. Кто бьется за власть — обыватель. Кто правильно выбрал дорогу, сделал свой шаг к Создателю. То, что происходит сегодня — это война. Война за ненужное людям выживание. Люди, наконец, должны понять тайну. Только в Боге есть вечное проживание. Люди бьются в материи, не понимая, что биология имеет свой срок. Надо на человека обратить внимание. В материи срок жизни короток. Грехов много. Жизни срок сокращается. Если великая цель — большой срок, человек к Создателю обращается, тогда в долгой жизни есть прок. Проект реки — это очищение от грехов материи. Энергия управляет этим пространством. Если нет великой задачи, то ждут вас потери, короткое и пустое странствие. Человечество обсуждает из кризиса выход. Если нет великой цели, нет и выхода. Проявление людей — это к Создателю вход. Это основа в вечность людей похода. Люди живут, не понимая зачем. Нет связи между поколениями. Человек тогда не может быть вечен. Нет Создателя в его проявлениях. Только Союз ставил вековую идею. Теория не сошлась с практикой. Бог был главной для людей потерей. Русь вспомнила о Боге и о новой тактике. Нужны знания о Создателе и мироздании. Без этого не стоит и начинать. Создатель передал через пророка знания, чтобы каждый человек мог это понять. Людям надо понять, что люди от Бога, что жизнь надо планировать вверх. Без понимания Бога не будет вверх дороги. Без Бога человеческий мир померк. Для людей этот мир дуален. Идеология людей должна быть дуальной. Этот вопрос для людей актуален. В борьбе за идеологию жизнь актуальна. Сегодня нет никакой альтернативы. Русь выравнивает сейчас ситуацию. У людей должны быть от Союза мотивы. Создатель поможет вам в этой акции. Единение в духе на словах не получается. Нужен сценарий и действие. Создатель на ваш дух уже опирается. Проект реки — это единение в духе, следствие. Еще не дошли до океана.
а есть результат. Природа готовится вас поддержать. На квантовый переход вы получили мандат. Вам уже никак нельзя отступать. Спасет людей и планету альтернатива рабству, власти и унижению. На берегу океана покажу вам перспективу и правильное в духе движение. Вам надо создать другое сознание. Сознание совершенства в духе. К людям придет спасение, осознание. Русь подтвердит о спасителе слухи. Аминь. Отец Абсолют или Высший космический разум. 20 февраля 2022 года. Катрен. Сегодня нет альтернативы.